Здорово, ребят, сегодня с вами продолжаем играть в FNAFEZ. FNAFEZ. То есть сегодня... Да ёпта. Коврик. Мы с вами сегодня, наверное, будем убивать Рокси. Вроде как. Да, со мной рядом будет тёшка. Но я думаю, нам мешать не будет. Рокси пока тут не должна быть, по идее, нет. Призови её. Как? Робот. Нет. Тихо. Тихо. Давай, контент. Для контента. Тихо. Да у меня коврик уехал, мне мышка неудобно пользоваться. Коврик предать. Да, коврик хочет меня убить. Вот так всегда. Меня видно хорошо? Видно даже тёху. Окей. Чтобы ты не выходил, за тебя робот не оказался. Это да. Так, нам нужно куда-то идти. Возьми его голову. Это не страшно. Это не страшно, был громкий звук. Просто кукла вывалилась. Просто звук был громкий, я из-за него немножко обосрался. А прикинь, как детям тут страшно. Заходишь и такой... Приятное Попай. Заведение, ставлю класс. 3 звезды, очень сильно не хочу возвращаться. Чё, кого я голову сейчас его возьму? Да. Сейчас станет. Не думаю, что она будет работать в таком случае. Подожди, мне нужен какой-то гараж. Мне нужен какой-то гараж. Да. Была штука, чтобы чинить робота. Ну, тебе туда. Нет, там не было штуки, чтобы чинить робота. Было, там была специальная комната, и там были всякие и так далее. Да нет, подожди. Билет на танцы. Ну, так, Андрей, это... Вот тут чинят роботов. Это там, где диджей. Ёпта. Тихо, я слышу Рокси. Очень неудобно, у меня все стоит, вот как назло. Где Роксана? Роксаны нет. Роксана пошла погулять. Out of order. Не работает. Привет. Пошли походим вместе. Я ж тебя вроде заряжал, да? Фёдор. Да, он заряжен по фулу. Быстренько сориентироваться и пойти... Рокси не видно, кстати. Билет на танцы, это... Да я знаю, что билет на танцы. Что, думаешь, нам надо идти к диджею сейчас? Да. Ну, пойдем туда к диджею, окей. Я, конечно, сомневаюсь, что имеется в виду, чтобы я сейчас прям чопал к диджею, но ладно. Раз мы там уже были, нам не составит особого труда билет... вернуться. Туда ты, по-моему, билет на танцы взял. Да. Ну, ну так не факт. Но у меня он уже был, поэтому я не знаю, может... Ну, да, может, открыл, нет. Да я понял, что ты имеешь в виду. Да, сохранимся на всякий случай. Потому что... Вряд ли. Ну, пойдем. Сейчас еще надо будет ждать, пока комплекс загрузится весь. Опа, здорово. Этого стула тут раньше не было. По-моему, да. Кстати говоря, не было. Кстати, я могу тут поползать. А куда это я сейчас? Сломанная игра. Рокси, можешь мне помочь, но она где-то сзади меня. Сломанные игрочи. Подожди, это случайно не... Звук пропал на секунду. Это не территория фазбласта, нет, случаем. Просто похоже очень. Пойди вперед, о. Это я где? Это я куда? Фредди.
Фредди. Тут можно сломать с помощью когтей Монти. У меня все еще мышки нет места, чтобы нормально ехать, как я люблю это. Мастер читов. Ну спасибо, да. Жвачки мам нету, прости. Я слышал прям здесь Рокси. Прям вот тут. Прям вот что она в этой комнате. Подожди, а не тут ли мы случайно находили лежащего полудохлого Фреддика, нет? Не здесь ли мы его находили? Да. Нет, значит, нам сюда не надо. Зачем нам сюда? Нам здесь делать нечего абсолютно. Зачем ты дверь выломал? Так и должно быть? Да я не знаю, наверное. Да, вот мы попадали за кулисы, типа, вот, да, все. Я вспомнил, да. Так все и было раньше. Как нам вернуться? Эй! Выпустите меня! Да, обратно спустись. Там, где как игра подвисает? Давайте мы лучше шнур отсюда уберем. Он мешает мне ручки моей двигаться. И убери локоть отсюда, Артём. Кстати, я настолько давно уже не взял камеру в этой игре, потому что они настолько бесполезны. Уровень доступа 10. Так, господи. Фредди, еще какие-то двери где-то сломал. Да что? Смертельные лаги. О, фастбласт. Пусти. Фредди. Вон Фредди справа. Где? Не зови Фредди. Фредди. Федор. Ну, Фредди. Где он? Фредди потерялся. Он в лифте уже? Алло! Что-то такое странное все было. Ну ладно. А ну, ты не сможешь пропустить, не пропустить аниматроника. Силой, властью, данной мне. Пробаговал. Пау. Фредди, ты идешь со мной. А мы багуем. Пока, мистер Лох. Мы пробаговали игру. Дамы и господа, мы едем за фастбластером. Ну да, вот фазер бласт. Да, ему надо было с билетом заходить, но поскольку камера у меня полный кал. Я думаю, на самом деле не надо с камерой идти, это читы. Я вышел и пропихнулся через невидимую стену. Мастер! А еще у меня какая-то срань на голове. Ну ладно. Если оно загрузится, и игра нахрен не кикнет меня из мира этого. А то загрузилось. Серьезно. Звуки первого ФНАФа. Да я знаю. Класс. Мы сломали игру, ребят. Пробаговали. Гении. А у тебя вообще отсюда отпустят? Я надеюсь, что да. Что? Хорошо. Ладно. Так, все, я вернулся, все хорошо. Ты кто? Я, конечно, люто извиняюсь, а где мои субтитры? Он Ларч. Я не могу Фредди. No shooting as blasters in. Не бегай, не прыгай, не прятайся, вообще, короче, ни хера не делай, то походи. Ну да. Как тебе такое? Почему? А, ну да, потому что у них должно быть камеры. Rule number two. Have fun.
А? А? Чё, не ожидала, да? Не ожидала? Шо? Phaser blast is a high-energy space combat simulation. People with medical conditions are allowed to participate. Подожди, а мне нужно где-то А, вот, Phaser blast. Походу, да? Шарик Фредди. Спасибо. Да нет. Думаешь? Может, слушать ее надо? А можно мне Phaser blast? Дай ствол! Пиздец. Ну, иди сюда. Нет, не сюда. Я, ну... А если я без ствола туда приду? Ну ладно, насрать, побежали. А, вот! Да, ёб твою мать. Когда применяешь Phaser blast, нажимай для оглушения ботов ударом по глазам. А, по глазам надо специально им стрелять. Сменить предмет, понятно. Смени, Андрей. У тебя теперь два оружия! У меня два ствола. Что за хилт, Андрей? ХП какие-то мои, наверное. Тут же аниматроников не будет, я надеюсь. Звуки пропали. Ой. Ой, звуки пропали. О, там скор появился. Я не знаю, почему на меня мурашки пробили появился. Только что. Тут же не будет никакой... Сейчас болты пойдут. Ты кто? Так вот, стреляем в глаза. Чего, блядь? Надо пройти обучение. А я уже весь бластер слил свой. Какая нахер Чика? Какая в жопу Чика? Не. Я могу прятаться тут, окей. У меня все еще есть фаст-камера, мать ее за ногу. Кто? Где? Вот пришли, сдохни, земная мразь. Стеф онли. А чё, а где? А чё делать? Что, блядь? Поднимайся наверх. Тут Чика есть. Вы забрали флаг. Удерживай, вот он едет. Да что, блядь, лагает? Что едет? Где? Удерживай флаг! Захвати флаг! Идите нахер! Так, нет, все. Я больше не могу ничего делать. Умри нахер! Прости, прости, я тупой, извини, извини. Я... Извините. Хорош. Какой трэш? Так войти три флага. А где Чика? Не знаю, залагал, наверное. Чика где-то там. Твою мать. Это... Флаги. Тихо! Ага, я могу стрелять по аниматроникам! А если Чика сюда придет, что мне делать тогда? Заряжаем. А, читы, читы. А! У меня это ограниченное время. Это не время. А что это? Это время, слух, тебе надо удержать. Не надо, дядя! Не стреляй! Ствол! Убери ствол! Это время, сколько тебе надо удержать. Твою мать. Так, 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 так. Флаг, лос. Ты что, охерел? Еще раз хватит. Я понял. Так, все, тогда просто стоим и стреляем по всем мразям, которые хотят захватить мой ебучий флаг. Если бы я еще был не косой, вообще было бы зашибись. Еще один патрон есть. Какой классный режимчик. Гораздо лучше камеры с Монти. Там был, пиздец. Там Монти был? Да.
Умри, 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 умри. Тихо! Тихо! Наверху еще один полюбасиком. Ух, кстати, а я могу сюда попасть как-то, нет? А вдруг? Игра же любит всякие вещи с паркуром связывать. Может, и могу. Тихо. А, это что такое? Это монти. Нет, я понял, что это монти. Там какая-то... В натуре флаг еще один тут. Пиздец. О, my friend are toxic, all ambition is so rude. Умри. Да, я вижу. Чика! Чика, не лезь сюда, я со стволом. Чел хорош, мега хорош. Ты выиграл. Что это такое? Это все хорошо, а что это такое? Что там? Что за лестница? До нее, наверное, можно дойти даже, наверное, нет? Давай. Нет, это бластер ретурн, то я вернусь. Подожди. Какая лестница? Какая-то. Ну просто смотри. Я опять же говорю, игра просто любит паркур всякий давать игроку. Может, туда можно как-то допрыгать? Попробуем? Можно! Подожди. Чиха умерла, кстати говоря. Ну, может, и не умерла, но я ее не вижу. Там еще какая-то срань есть. Подожди, тут прям... Ой, ну ладно. Я надеюсь, мне же не заставят проходить заново все остальное. Там лабиринт всякий, нет? Ой, пожалуйста, только не заставляйте меня проходить все это говно заново. Камера наготове? А, вот, да. А это... Просто какая-то срань. Подожди, тут есть еще какие-то... Ну, да, есть подобные строения, может, просто это... Ну, ладно. Если что, потом мы сюда вернемся, наверное. Да. Хорош. Мега хорош. Призовой уголок, он где, извините? А чё, куда? А, в Exit, наверное, да, в Exit. Ребят, ну мы получили с вами Fast Blast. Еще раз на камеру, вдруг она у тебя пропала. Какая камера? Да нет, камера, которая аниматроников. Нет, мне осталось камера и бластер. Good job, Superstar. You got the Phaser Blaster. But you had to use your party pass. If you find the security office, I am sure you will find something that will help you. Так, это вход, это мы сохраняемся. Понадобилось, да? Угу. Подожди, это мы сохраняемся. И комната охраны. Какая комната охраны? А ты о чем? Спасибо. Так, толчки, толканы. Если свет будет моргать, это я задеваю его мышкой. Это не значит, что за мной вышли, охотятся какие-то ебаки. И они суаркусят мне ебальник. Нет, это я просто это... Того... Ну, а зачем мне... Так, стоп, мы по сюжету сейчас должны идти вообще в другую сторону, поэтому, может... Прятаться? А, в Фреддике имеется в виду. No entry. Не заходить. Подожди, тут точно нет никакой больше срани полезной? Очень круто, что мы получили с вами Faster Blast. Мне прям очень нравится. Мы сломали игру, грубо говоря. Faster Blast, мне кажется, он более эффективный, потому что... Ну, он потом догонит меня. Потому что у него первых 6 зарядов. И на меня же не находится сразу 5 аниматроников. Мне не нужен радиус. Мне нужен...
Ну да. Тем более, даже по глазам не надо стрелять по аниматроникам. Я рад, что мы получили с вами бластер. Получается, ты сломал игру, Андрей. Снова. Я прям очень рад, что... Как ты отсюда выйдешь, если тут будет опять невидимость? Блять, да, точно. Чтобы... Нет, только... А, нет, ну, наверное, сейчас... Это, пропадет. Взрывов нет? Нет, нет, все хорошо. У меня золотой бластер есть, оранжевая камера и найс фонарик. Ёп, Фредди, помогай. Есть, знаешь, сейчас не отпустят, это будет пиздец. Давай. Спасибо, Фредди. Родина тебя не забудет, солдат. А, он сам вышел, ну ладно. Ну шо, сучки? У меня есть пушка. Подожди, надо, наверное, пойти зарядить Фреддика, поэтому... Если бы он не зарядился, что бы ты делал? А это куда ведет? А куда это все ведет? Не знаю. А куда это ведет? На кухню случаем, нет? Сохранимся на всякий случай. Мне нужно найти, где можно зарядить Фреддика. Мне нужно пойти на вечеринку. Подожди, да, я помню, мне нужно билет на танцы получить. Да у тебя он и так есть. Рокси, не бойся. Нет, у тебя он и так есть. Иди, билет на танцы? Да, я знаю, но я хочу зарядить Фреддика, потому что я хочу во Фреддике там ходить. Ну шо, Роксяна? Здорово, у меня теперь есть пушка, я теперь более крутой. Привет. Что? Все, больше не так все весело, да? Что, 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 что? Ну что? Что, не так все весело теперь, да, и радужно? На, мразь! На, да все, они больше для меня вообще не проблема, аниматроники. Да там посмотрите, я нравлюсь тебе. Нет. Ой. А, все, она меня потеряла. Тупая! Волчара. Где-то здесь? А, я оттуда заходил, да? Точно. А я могу ботов так ослеплять? Надо проверить. Так как тебе попасть-то? Ой, да, все, в жопу. Мастер Мансов. Думаешь, ботам надо именно в глаза? Ну, может быть, ты прав. Так это те боты, а это другие боты. Шо, куда мне? Сюда? Да, сюда. Тут где-то есть зарядка для Фреддика. Фредди. Идем, давай. Ребят, ну мы уже продвинулись очень хорошо даже. Еще пройдем, наверное, сегодня... Да, сломал игру и получил пушку. Я не хотел этого делать, он сам. Че, долго он там? Все, игра сломалась. А, нет, все нормально. Кстати, уже 5:15, нам осталось совсем немножко выжить, и мы уже сможем сбегать с Пиццафлекса. Через 45 минут. Это хорошо. Тут, по-моему, если я правильно знаю, есть не очень много вариантов концовок. Начиная от каноничной, заканчивая еще какой-то там. Ну, короче. А думаешь, я не знаю, ну вроде как я иду так, куда меня пихает игра. Да, я знаю, меня ломает, лагает лампа. Так, о-о-о. Не критично, но неприятно. Старые добрые загрузки. Ебать. Это чудовище. Нахуй ты идешь у меня, ебанат. О, у тебя мышка видна. Ой, ёпта. Прости, Фредди. Почему вообще Фредди решил нам помогать в этой части? Да потому что он же там типа сейф режим запустил. Все равно странно, но Фредди. Знаешь, Ванесса... Фредди всегда был главным антагонистом. Сдохни, почему я не могу по этому боту ебучему попасть? На! Ой, все, пошел ты нахер. Да пошел ты нахуй. Рокси, готова поспорить. Не надо, я в спорах не силен. Нет, мне больше всего нравится Фокси. А ты ебучая подделка. Ебучий фейк.
как хорошо, что я немножко протупил. Иди на танцы. Да, да, я куда по-твоему иду? Вот, фаскейт. Сейчас, если будет еще раз... Да. Отнести голову вот этого додика. Угу. Можно еще... Фреддика! Все, не могу теперь Фреддика призывать. Почему? Потому что теперь по сюжету, да. У нас есть два оружия, которых не должно быть. Ну или должно быть потом по сюжету. У Винди я не знаю, я у Винди специально прохождение не смотрел. Во-первых, потому что это очень долго. Как у меня все лагает, ёпта. А во-вторых, потому что... Ну а зачем спойлерить? То сейчас Моти еще будет ползать, как мы помним, да? Уборщик, блять! Ну да. Уборщик! Уборщик! Ну да, ну да. Чем вообще создавать такого громадного аниматора? Потому что денег много, а их надо куда-то девать. Так. И иди направо, ты это помнишь? Почему? Ну, вообще налево, там Моти. Ну не факт, может там Моти сейчас ползать не будет. Здорово, чувырлик! Пау, пау! Дай ему насрать, ему вообще срать. Тут где-то был рычаг, который я хотел активировать. Я не могу его все еще активировать. А, потому что нам надо в комнату охраны. В кам охраны, да, кам охраны. Именно так. Ебать ты, конечно, смешной, просто пиздец. Криповая хуйня, вот серьезно. Представь, вот ты никого не трогаешь, что за тобой, блядь, эта хуйня ползает. Блять, это страшно. Страшно, это я чё, обошел? Да, это я тупо обошел. Там мне не сюда. Тебе нужно направо к Моти. Не, мне нужно наверх. Никому. Опа-опа. А я не сюда, а мне не сюда. Excuse me. Мне наверх. Тут еще где-то чика должна быть. Автоматы, в которые нельзя поиграть, я уже пробовал. Я не просто умею закрыть. Так, нам надо сюда, сюда, сюда. Нет, они в них просто нельзя поиграть. А тот? А, ботам срать. А то и для ботов, и для аниматроников. Ну, это все равно пистолет черный. Ну да. Так, нам сюда. Да, и вот эта комната. Не прогружены. Вот! Воля чего это херня. Мы, помните, думали, зачем нам... Это цех. Вот для чего нам этот цех. Сейвимся, потому что сейв это важно. Так. И тут где-то еще, кстати, была башка Фреддика, которую, да, вот. Ой. Ой. Кнопка рядом с... Сбрось. Чика. О-о-о. Я пошел в толчок. Кто готов орать как сука? Думаешь, тебе рычаги надо? Я готов. На самом деле я не готов, но ладно. Ты думаешь, да? Да, там же было написано, тебе нужен рычаг такой-то. Возле. Звуки колесиков каких-то. Привет. Пойди, знаешь, куда там диджей спит? Как думаешь, так мне туда и надо. Сейчас там будет? Я не знаю, но мне туда и надо. И это прям гиперкрипово. Еще один рычаг в той дырке, помнишь, большой коридор? Насчет дырки не помню, но мне туда надо. Я тебе потом покажу. А, да-да-да, в коридоре, да. Да. Там здоровая дырка, прям возле. Так, чекусенько. Давай не будем. Да-да-да, давай не будем. Ебать. Ебать. Фаст-камера ебет всех! Фаст там. Нет! Не надо, дядя! Спасибо, дядя! Идите нахер. Ой, мы пришли к Монти. Жопа к нам приходит, жопа к нам приходит. Монти сейчас нам снесет, ебало. Иди ты нахер, став батяра. Ебать, я стихи сочиняю на ходу. Монти, не еби меня, ПЖ. Я пойду к этому челу. Все у нас будет хорошо.
все будет заебись, все будет охуенно. А он спит. А хуй ты спишь? Подъем, Валера! Я покажу, куда тебе надо. Ты помнишь тут коридор? Да, я помню тут коридор. В зале игровых автоматов. О, блядь. А, в толчке было что-то, правильно я помню? Да, да, да. Игровые автоматы. Ой, блядь. Это там демоний. Ой, блядь. Надо? Игровые автоматы, там демоний. Кто орёт, блядь, как горилла? Монти какой-то. И Чика здесь. Ну, заебись. Он всегда заебись. Он всегда на помощь придет. Он самый лучший. О! Не надо, тетя! О, блядь! Не надо, дядя! Хули, я боюсь там бота, блядь! Он... Спидран, 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 спидран. Я не знаю, куда я бегу. Тут тупик может быть. Сюда, сюда, сюда. Не надо, дядя! Не надо, дядя! Скрабэйби? Что? Скрабэйби? Откуда Скрабэйби? Скрабэйби? Да что за звуки, блядь, Монти? А-а-а! Он не за тобой, Андрей. Он заползает, высокая хуйня. Он откусит мне ебало. Тихо, 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 тихо. Андрей, мама попросит. Что? Мама попросит тебя ударить. Похуй, похуй. Тихо. Пока. Так, толчки где? Внизу, что ли, были? А это не игровые автоматы, нет? Игровые автоматы, там где Монти, я же тебе говорю. Пиздец. Да у меня нет столько стамины, чтобы убегать от тебя бесконечно. Умри нахуй, женщина. Быстро вниз. А где лестница вниз-то, ёпта? Я потерялся, блядь! Грегори! Я не Грегори, а Гриша. Я, блядь, скорость. Тихо. Позакрывал пиздакы. Ебать. Есть стекло. Пошла нахуй. Мне сюда, спасибо, пожалуйста. О, здорово, чел. Короче, смотри, ты очень хорош, я за тебя рад, чтоб все у тебя было хорошо. О, можешь меня тут споймать, да? Где эти ебаные, блядь, рычаги, почему? Подарок, допустим. Игрушка Глэм Монти. И он сейчас будет. Не факт. Блядь. А вот теперь факт. Сохранимся? Не сохранимся. Иди нахер! Да что вы, блядь, заебали меня все так? Что вы все меня так не любите? Иди нахер! Ой, все, в пизду, я просто буду бегать как ебанашка. Тут только Чика заспавнилась. Монти нет. Где толчок, блядь? Вон толчок, там где-то я бегал, помнишь? Кого? Вон там. Где? Там? Да. А, точно, да, спасибо. Забыл, бывает. Вон там рычаг. Где, блядь? Что, блядь, за хуйня? Ёбаный насос! А я не хочу. Ой, блядь. Блядь, нет, не говорите только, что мне нужно в тайминг попадать. Джеронимо! Спидран! Крики умирающих тюленей. Это не я. Тихо. Один. А, еще один там, да? Нам сейчас его надо активировать или потом? Ладно, неважно. Где-то, где еще один? Где еще один я находил? Там в проходе, там, где ты... Да, я помню, но...
Блять, ладно, пойдем в проход тогда. Там так... можно как раз фонарик зарядить. Ну где-то Гламрок Чика. Где? Как же, что у меня две пушки теперь есть. Настолько удобно стало выживать. Просто я познал стиль выживания. Пошел нахер. Бля, Амазон так качает, пиздец. Нам сюда зарядить фонарик. Нахера? У меня и так достаточно заряда. Тут еще где-то, да, было два рычага? Правильно помню? Или их, один? Их тут два. Вон там, где это то, что мы... Фонарик просто. Тихо. Фонарик. Тихо, все, тихо. За мной никто не бегает, можно успокоиться. А если это, из этой хуйни кто-то вылезет? Нет. Я же обосрусь, блядь. Убери нахер руку. Нет. Стамину по фулу? А я не могу его юзать. Надо что-то до принцесса. Ее нельзя поиграть, к сожалению. Ага, это последний надо активировать. Ой, блядь. Ой, блядь. Да, я не хочу. Не хочешь фонарик? Нет, я не хочу, чтобы меня насиловали в очко. Нет. Ага. А где еще один... Где мы еще один находили? В игровые залы, да, он сказал? Ну, я понимаю, что там где Монти. Но вряд ли, нет, вряд ли где Монти. Там где Монти нет. Где заряжать фонарь? Просто оббежал круг почета, окей. Так, если нас убивают, у нас есть троечка. Мы это помним всегда. Блять, музло пиздец качает. Блять, пиздец качает. Ну что, Андрей, ты изменил свое мнение? Да. Игра пиздатая. Ничего не скажешь. Она богучая. Богучая пиздец, но... Это же ФНАФ. Это же старый добрый ФНАФ. Где ебучий? Стефон ли? Понял. Еще три. Где один мы знаем. Еще нужно найти один. Иди нахер отсюда. Блять. Пошла в пизду. Шалава. Где? Я как пылесос шур тут уже все. А если он отсюда вылезет, ты. Ёб твою мать! Троечка! Пиздец, какой происходит! Быстро. Пождешь пизду, пойдешь пизду. Зачем прятаться? От кого? Меня и так все уже спалили давно. Да ты заебешь. Двойка. Наготове. Сзади может. Может. Ее нет сзади. Окей, побежали. Окей, тут нет, значит. Блять, почему так долго заряжался ебучий бластер? Нормальный бластер. Сюда. Где? Ну, блять, только внизу, да, больше я не знаю, где он может быть. Прыгаем! Пошел. Подожди, смотрим, пылесосим. А, его можно все-таки глушануть. Пиздец, если он сюда вылезет, мне ж пиздец сразу будет, наверное, да? Где? Ну где? Ну. Что, где? Сюда? Тут подарочек уже собирал. Да что за звуки? Кто эти звуки? Издает. Монти, который в текстурах потерялся. Может, и Монти, который в текстурах потерялся. Да иди нахер. Так, это. В этих толканах? А, может, в этих толканах еще есть? Или я тут уже был? Я тут уже был, пиздец. А где? Может, в этом? В натуре. Да, наверное. Это выход, точнее, вход. Или нет, или не в этом.
Где? Да нет ничего, где? Игровые автоматы. Подожди, стой. Там. В западном зале игровых автоматов. Западный зал игровых, блять, автоматов. Там чего? Западный зал. А где север? Север. Хуйня, Артём. А не теория, но ладно. Нет, вот отсюда. Мы заходим отсюда. Север, юг, запад. Север, восток. Юг, запад, восток. Да, я налево. Тоже мне гений нашелся. Налево, там тихо. Тут нету ничего. Да ты заебешь. Ебать! А ты тут что делаешь, мужик? Вот Иди сюда, там дедушка! Бафнули адреналинчика и побежали. Стоять. Блядь, Чика идет. Спидраним, блядь. Она сзади. Зачем ты камеру взял? Потому что надо, чтобы она заряжалась. Бластер. Пососите. Беги, пожалуйста, беги! Беги, родной! За ним, давай! Все, все, спокойно, сюда забегайся. Блять, загрузите! Загрузились. Все! Все, сейчас будет самое. И медленно иди сюда. Сейчас начнется мне. Может немедленно. Ой, блядь. Да. Ну да, потому что локация из трейлера похожая, потому что ты мне все же как обычно проспойлерил, спасибо тебе за это. Так, купим стамину. Сейчас будет лютый побег, ребят. Подойди в плотную. А так и чё? А так и чё? А, еще не все? Нет. Нет. Еще где-то есть. Но остается только, да, только там еще где-то. Интересно, а у Монти либо у Чики? Как вы думаете, ребят? Не, ну в западной. Ну в западной это в западной, а хер поймешь, где именно. А, подожди, стой, у меня же карта не просто так дана, правильно? А, ну хуй поймешь, где что она, какая карта. Точно, извините, забыл. Так, смотрим, осматриваем все просто. Тут у нас нет никаких переключателей. Тут тоже нихуя, да? Не, так неинтересно. Нужно именно найти самому. Это же не лабиринт, который вообще непонятный, как вообще непонятно. Откуда? Откуда? Где-то там. Да ты заебешь меня. Опять диджей там ползает. Диджей в кайф просто ползать. Может, когда диджей ползает, ты знаешь, что мы в правильном месте? Может быть. Вот, свитчер. Вот а чё с Монти? Блять, ладно, ну Монти походу пострадал. Монти теперь инвалид, ну ладно. А, наверное, я на него тогда просто случайно наступил, да? Так, давайте посидим пока что тут. Вот здесь где-то. Я не знаю где. Западные автоматы. Ну да, наверное. А где? Да ты заебешь меня. Warning: tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. Привет, инвалид. Не, тут нет нихуя. Все, тут прям нет вообще больше ничего. Это 100%. Да ты заебал уже. Сколько я уже раз словил скример? Может, кстати, вот тут вот где-то. Вот тут вот где-то может же быть, правильно? С
Да ты заебал. Какая-то чика хотела за Тимиса, но это ШД, братик. Где? Да насрать мне на него, где ебучие свитчеры? Вот тут вот может. Могут быть, а где? Да ты заебешь! А сюда она сможет? Она сможет мне тут достать, кстати говоря, мне интересно. Так, у нас здесь стенка, там пробегаем пока что. А ну давайте пока что. Камера. Может, на камере что-то можно увидеть? Чика, кстати, здесь, а мы вот тут, если что. То есть нас она сейчас может, по идее. Вот, а мы вот здесь сидим. Ой, у меня же аж горло пересохло. Не, не цель направлена, слава богу. Где? Это... Ага. И вот как назло, она именно там, да? Где, блядь? Троечка, 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 готовимся. Троечка, троечка. Троечка! Я сдох! Блять, я как даун полностью умер, пиздец. Ладно, мы сейчас быстренько заспидраним это все, понятное дело. И ты видел там в конце коридор? Да, блять. Все, я понял, где переключатели. Один внизу, другой в толчке, другой наверху и, короче, все. Блять, а этот же даун может сейчас не пробаговать по имени Монти. Нет, я думаю, он пробаговал, потому что он и в прошлый раз. У тебя точно бластер? Да я сохранился, я же должен сохраниться. Сейчас я прикинь, сразу после бластера мне еще надо доходить до этого лабиринта, до этих танцпола. Ну да, вот с диджея, потом сразу бежим в толчки, потом из толчков. А, это я здесь. Ладно, нормально, в принципе, недалеко. Не помню, у нас чика уже спавнена, нет? Но этого жесткого саундтрека пока что нет, кстати говоря. Все, теперь можно не беспокоиться тратить фаст-камеру, потому что у нас есть бластер. Бластер, как по мне, вот камера эффективна на ботов, потому что она бьет по радиусу. А бластер против аниматроников. Да, бластер против одиночных целей, так сказать. А куда? Подожди, стой. Вниз, диджей. А где спуск? А, вон. Надо еще обойти. Надо, кстати, следить за шкалой и не тратить ее по фулу. Урон от падений в этой игре нет? Нет, зачем ты? Я знаю, ну там я... Можно было чуть-чуть. Можно было, может... Здравствуйте, мистер товарищ. Давай, Валера! Подъем! Блять, я не взял эту хуйню. Какую? А, там же еще в комнате охраны была срань, которую надо взять. Сейчас возвращаться. Мы тупо зря сюда спустились. Да, прям жестко затупили. Да, таска даже не появилась. Угу. Даже щеки еще, по-моему, нету. Почему не кисать никакой анимации того, что они ослеплены? Было бы прикольно, если бы она была. Ну да, хотя бы вот так вот. Как Фоксянчик, к примеру, из КНАФа, к примеру, или из... Хотя бы чего-то, ну потому что анимации у них вообще нет. Кстати, в это, конечно, очень сложно поверить, даже мне. Но это в натуре первая игра в NAF 3D. Все остальное это тупо пародии. Все. Аэро. Что? Ну нет. Нет, но это все-таки все равно. Это все равно в NAF оригинальный. Он же называется FNAF. Ну а нет, а на самом деле уже поменьше стоит гораздо. Раньше там, да, 2000, 3000, дохуя, короче, стоила она раньше. Сейчас из-за того, что она ходит в баги. Да, сейчас из-за того, что она не оправдывает свою цену. И что я считаю вполне заслуженно, потому что Бигфут оправдывает свою цену, потому что он крутой. Бигфут даже должен был подороже. Нет. Ну вот ты сейчас серьезно. Гуден Морган, дамы и господа.
Охуеть, я снайпер. Отдел уборки игровые. Я где-то далеко, и меня, и вы мне найти меня. Ты чё, серьёзно? Так, Монти тоже получил сейчас пизды, это хорошо. Этот бот тоже. Что, Монти теперь ходит? Монти нет. Не знаю, ходит, не ходит, но получил пиздюлей, что я считаю заслуженно. Еще одна область. Не ебёт. Готовимся, ствол. Нам всем поебать, выбегать. Не, вот когда ты знаешь, где что, это уже легко. Ебать! Тихо, стоять! А хули так громко пошло все. Ну ладно, насрать. Ааа, вперед, бой! Ора, ора, ора! Он что, находится за мной теперь находится этот чувак? Я реально не понимаю, почему так громко все пошло. Поменьше надо сделать. Потому что, ну реально что-то. Вот так хотя бы, потому что, ну очень громко. Нажми! Теперь Андрей. Здорово. Скоро мы с тобой поговорим по-мужски. А именно сейчас. Всё, перезаряжайся. Бери фонарик. Музло! Реально хорошее. А ты думаешь, что это ластер или камень? Да, я думаю, нет, можно срать будет, по идее. Он же огромный. Он дальше. Так. Ну что, да, ну что, дамы и господа. Ебать! Так. Попробуем. Охуеть. А ему поебать. Все. Что, блядь? Что это? Ладно, поебать. Пил, 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 мадафака! Только не через текстуры. Я боюсь, что я через текстуру сейчас пропаду. Тихо, 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 тихо. Да! Пятюню! Пау, пау! Да, пятюню! Все, поимели! Интересно, там все еще стоит или он ушел? Не, он ушел. Он ушел. Хорош. Нажать на кнопку. А. Зачем ты мне просто... своего робота сделаешь? Да, мне просто, наверное. Я не знаю, у кого вообще, кто вообще строит в здании для танцев, блять, мастерскую для роботов? Это нормально? Я вот... все, я. Да. Вот эта камера там, где мы с ним бегали. Ой, как хорошо. Это танцпол его. Я думаю, это было выглядело бы очень странно. Прикинь, ты бежишь за каким-то чувачком, и он берет просто и камеру врубает. Давай. Как он на танцполе танцует? Так, берет и танцует. А куда ты ушел? Все, больше не интересно, что будет дальше. А, окей. Иди сель. Фух. Это было охуительно. Будь серьезно. Это было. Самый, блять, охуительный момент из всего этого фнафса. Но еще был охуительный момент там, где вот это только что, вот это вот я сделал. Ну а еще был самый пиздатый момент там, где я обманул игру. Ну это было, да, это субъективное мнение, конечно, но это было тоже круто. Ой, как много уже за эту серию сделали на самом-то деле. Ну по сравнению с прошлой, к примеру. Боб. Что за Боб? И, кстати, скоро придется уже заканчивать. Дойдем до гонок Рокси и закончим. Потому что это было классно.
это было прям реально круто. Мне дико понравилось. Сначала я говорю, что FNAF говно ебаное, потому что чика. Ой, мне прям очень нравится этот FNAFец. Баги, если бы не было багов, было бы, конечно, вообще зашибись, но это FNAF. Какой же кайф. И бластер получили. И диджея поимели. И вообще мы с вами молодцы. Я шикать начал. Бомбы не летят, отлично. Ну шо, Фредик? Мы сделали все, что хотели. Мы молодцы. Ой. Прям аж тепло стало. Очень. Вот Music Man один из, опять же, я же, по-моему, это уже говорил, один из самых любимых моих персов в FNAF-C. Кстати, а где Венни? Почему она не появляется теперь? Что, он засала, типа? Меня? Такого красного чела? Погнали в гонкам Рокси. А, кстати, зарядочная станция. Не надо забывать про нее. Что это, блядь, там было? Ну ладно. Так, ну давай, давай, давай. Опа! Стеф бот. На то ты и бот, что ты бот. Глубоко. Слабак, даже вызвать не смог никого. Фух. А что ты слышала? Что там слева? Гоночный трек? В натуре гоночный трек? Да, привет, Фредди. Серьезно, гоночный фрек? Что он там, блядь, сломал? Фредди, блядь, крушила какая-то, вот серьезно. В натуре какой-то трек гоночный. Так, давайте сохранимся. Что ж, ребят, на сегодня все. Ставьте лайкос, подписывайтесь. Сегодня мы пробаговали на Fazbear Blast. Победили диджея, ну, мюзикмена. Лайкос, подписон, удачи, пока.